«Мы за здоровый образ жизни». С таким девизом 31 мая сотрудники городской мэрии вышли на массовую зарядку, организованную отделом по делам молодежи и туризма совместно с отделом по физической культуре и спорту в рамках Всемирного дня без табака. Принять участие в акции под названием «Курить не модно, дыши свободно» вышли более 50 работников во главе с заместителями главы администрации. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В завершении утренней зарядки, которую вел начальник отдела по физической культуре и спорту Магомед Али Газимагомедов, была передана эстафетная палочка марафона начальнику отдела по делам молодежи и туризму для продления акции по всему городу. Администрация города передает эту эстафетную палочку здоровья для горожан. Мы передаем через наш отдел по делам молодежи Атаеву Айшат Бисултановне, чтобы она передала это всем горожанам. Все. Поддержать марафон здоровья вышли студенты многопрофильного и дорожно-строительного колледжа, которые провели акцию по раздаче флаеров и стикеров с информацией о вреде курения водителям и горожанам. В свою очередь, студенты профессионального педагогического колледжа организовали акцию под названием «Обменяй сигарету на конфету». Во Всемирный день борьбы с табаком мы, студенты профессионального педагогического колледжа имени Зайналабита Нухаевича Батырмурзаева, проводим акцию «Дерево здоровья». Мы опрашиваем жителей нашего города и просим их написать, что для них является здоровым образом жизни. Наш социальный опрос показал, что многие считают, что здоровым образом жизни является спорт, правильное питание, прогулки. Всемирный день без табака отмечается ежегодно 31 мая. Многие не раз пытались отказаться от сигареты под новогодний бой курантов или с ближайшего понедельника. День без табака был учрежден также и для того, чтобы попробовать сделать этот шаг не в одиночку, а одновременно с миллионами людей на планете. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».